Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня мы с вами поговорим о люксовых тональных средствах и их не менее крутых бюджетных двойниках. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и смотрите до конца. Наша первая звездная пара – это мой любимый тон от Lancôme и недавняя новинка от L'Oréal – тональный крем Alliance Perfect, или как его любят называть, Perfect. Этот тон полюбился многими блогерами по всему миру, поэтому прямо сейчас мы узнаем, можно ли считать его люксовым аналогом. Что касается тона от Lancôme, то у меня есть очень много причин, чтобы его любить. Это и легкий цветочный аромат, и очень крутая кроющая способность при небольшой плотности средства. Alliance меня очень порадовала, несмотря на то, что эти два тона по оттенкам очень разные, мой Lancôme такой более желтый, консистенция у них абсолютно идентичная. Alliance Perfect реально perfect лег на кожу, так немножко ее припудрил и подарил ей довольно дорогой, простите меня за это сравнение, сатиновый финиш. Тон очень быстро наносится кистью, поэтому это порадует тех, кто не любит собираться по 3 часа, или у кого их просто нет. Наша вторая пара – это тональный крем от Armani Maestro Fusion и его приятный бюджетный аналог – тональная основа от Eveline Cosmetics. Тональный от Armani славится именно своей легкостью. Он словно нежный флюид покрывает лицо, оставляя такой увлажненный, здоровый блеск. Поэтому от малышки Eveline Cosmetics мы ждем как минимум того же. Честно, Eveline Cosmetics мне понравился больше предыдущего L'Oréal. Eveline не так припудривает и лучше перекрывает покраснение. А пипеточка – это просто любовь. Это невероятно удобно и гигиенично, не нужно лезть пальцами в тюбик. В общем, Eveline – это здоровая сияющая кожа без покраснений. И за сколько? За 100 чем-то гривен? Наша третья тональная пара – это тональный крем от Estee Lauder Double Wear и тональный от Art Visage. Моя любимая визажистка Настя Криворучка, ссылочку на видео с ней мы оставим где-то здесь, просто без ума от тона Estee Lauder, потому что в нем сочетается очень легкий флюид, такая консистенция, как у легкого флюида, и люксовый финиш холеной кожи. Холеная кожа – это у них с Art Visage общая. Правда, как по мне, Art Visage дает более бархатистый финиш и очень быстро хватается, поэтому распределять его нужно тоже в темпе. Поэтому маленькой горошины вам с головы хватит для того, чтобы полностью покрыть лицо. Наша следующая пара – это флюид от Guerlain и питательная основа японского бренда Isahan. Я надеюсь, оно читается именно так. В данном случае у нас в фокусе хорошая кроющая способность. И у Guerlain, и у Isahan довольно плотная консистенция. Маленькой горошины, как и в предыдущем случае, полностью хватает для того, чтобы покрыть лицо. Также Isahan не ложится маской и прекрасно прикрывает покраснение. Isahan, Isahan, Isahan. И завершает наш парад тональных средств тональные кремы от Shiseido и NYX. Общее у этих продуктов то, что они абсолютно не сушат кожу и годно матируют лицо. Недаром на баночке у NYX огромными буквами написано Total Control. Тональный от Shiseido не подчеркивает шелушение и стойко переживает целый рабочий день, в то время как NYX делает такой, знаете, легкий эффект фотошопа. Если это видео вам понравилось, а я очень надеюсь, что оно вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал Parfum Scene. А в комментариях пишите, какое ваше любимое тональное средство. Возможно, у вас тоже есть крутой бюджетный аналог люксов. Всем спасибо большое, что посмотрели. Всех целую и пока-пока.